Новости продолжают эфир канала «Хабар-24». В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. За зарплатой в суд. Владельцы завода неорганических производств на Востоке задолжали своим сотрудникам больше 30 миллионов. Почему затянулся трудовой спор? Пострадали из-за нестабильности. Бизнесмены Кыргызстана недосчитывают и подсчитывают убытки. Потери превысили 100 миллионов долларов. Бордель в квартире или спа-салон. Правоохранители заинтересовались работой подпольных заведений. Что скрывается за ширмой массажного кабинета? Больше 1500 авиапассажиров прибыли за последнюю неделю в Алматы без справок о прохождении теста на ковид. У 6 коронавирус подтвердили. Их отправили на лечение. Затем, как работают в эти дни санэпидемиологи, чтобы предотвратить завоз инфекции, сейчас наблюдают мои коллеги. Асим Кащегулова в эти минуты находится в аэропорту. Асим, здравствуйте. Сколько международных рейсов принимает воздушная гавань «Мегаполис»? Здравствуйте. Примерно полчаса прибыл самолет из Сеула. На борту его было 82 пассажира, из них только 63 человека до вылета в Казахстан предварительно прошли тест на коронавирус. Результат отрицательный, а вот у 19 казахстанцев нет справок, поэтому их изолируют. Но это еще не все меры предосторожности. И согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы, пассажиры в зоне прилета должны пройти еще и бесконтактную термометрию. Если температура тела в норме и отсутствуют симптомы заболевания COVID-19, их запустят в город. Давайте сейчас спросим у пассажиров их мнение. Угу. Здравствуйте. Hello. Do you speak in Russian? Yeah, я могу. Спасибо. Вы только что прилетели? Да. И как прошел полет? Самолет? Как прошел полет? Полет. Полет. Я получила? Да, хорошо было все. Да. Все ли меры предосторожности соблюдаются? Да. Хорошо. Какие именно? Именно я получила PCR. Вы сдавали тест? Тест, я, конечно. Тесты сдавали и получили из поликлиники. И еще самолет, стюардессы стали мне анкеты заполнили. Да. Температуру тоже измеряли, да? Да, все. Спасибо большое. До свидания. За соблюдением санитарных требований следят специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Также следят линейного отдела полиции и пограничной службы. Давайте же спросим у нашего специалиста. А где он у нас? Где специалист? Здравствуйте. Так, Нурлан Жумагельдоулы, расскажите, пожалуйста, сколько международных рейсов прибыло в Алматы 6 октября, то есть с момента ужесточения правил в аэропорту, сколько пассажиров за это время прибыло, и у всех ли пассажиров есть тесты на коронавирус и отрицательный ли тест? На сегодняшний день международный аэропорт города Алматы 6 числа по сегодняшний день прибыло 79 рейсов, то есть из них... То есть 9734 пассажиров. Из них 8010 пассажиров, они со справками отрицательными на COVID-19. 1634 пассажира, они без справки на прохождение теста на коронавирус. И все эти пассажиры, которые без справок, они направлены на карантинный стационар для прохождения лабораторных исследований. Тест на ПЦР на коронавирус, то есть на COVID-19. Если у них будут отрицательные результаты, они будут отпущены все домой. Те, у кого будут положительные результаты, они будут изолированы, то есть на инфекционные стационары. А если у иностранных пассажиров нет теста на коронавирус? Если у иностранных пассажиров нет теста на коронавирус, их депортируют в страну, в которую они прибыли. То есть на сегодняшний день 10 пассажиров в город Алматы прибыло, все они, 10 человек, были депортированы. А почему пассажиры прилетают вот в Казахстан без теста на коронавирус? А они не в курсе, что ли? Их там не оповещают об этом? Не, они все оповещены, то есть все авиакомпании всех их оповестили, они все знают,
Но, наверное, из-за финансовой возможности они не проходят тест на коронавирус. То есть все они граждане Республики Казахстан. Поэтому им разрешено без теста на коронавирус прилетать в наш международный аэропорт города Алматы. Спасибо вам большое за информацию. Хочу отметить, что соблюдение санитарных правил остается главным требованием и для пассажиров внутренних рейсов. Им также измеряют температуру, они должны носить маски и соблюдать санитарную дистанцию. На этом у меня все. Студия. Спасибо. О ситуации в аэропорту Алматы нам рассказала Асемка Щегулова. Я напомню, все прибывающие в Казахстан должны иметь справку об отсутствии COVID-19. Если документа нет, граждан нашей страны отправляют на карантин, а иностранцев депортируют. Строго контролировать эпидемиологическую ситуацию, не допустить, чтобы коронавирус, который бушует за рубежом, повлиял на здоровье казахстанцев, работу бизнеса и развитие экономики в целом. Такие поручения дал президент на встрече с премьер-министром. Аскар Мамин доложил Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономических показателях за 9 месяцев. Несмотря на непростую ситуацию, казахстанцам удалось достичь положительной динамики в ряде отраслей. В сентябре активно заработала сфера услуг. Это говорит о создании новых рабочих мест и, как следствие, улучшении благосостояния граждан. Также глава Кабмина отчитался об итогах рабочей поездки в Абу-Даби и рассказал о планах по реализации инвестпроектов. Глава государства отметил усилия правительства в обеспечении положительной динамики развития. На казахстанско-узбекской границе усилили санитарный контроль. У прибывающих измеряют температуру и проверяют наличие справки с результатом анализа на ковид. Если документа нет, их помещают на карантин. За последнюю неделю процедуру прошли около 400 человек. У 6 из них коронавирус подтвердили. Катерина Попкова побывала на пункте пропуска и убедилась, что граница под контролем. Это казахстанско-узбекская граница, отделение пограничного контроля Жибек-Жолы. Как вы видите, сейчас здесь совсем немноголюдно, хотя обычно было наоборот. Каждый день данный пункт пересекали больше 400 человек. А до пандемии эта цифра была почти в 100 раз больше. Сейчас пограничники работают в штатном режиме с учетом рекомендаций безопасности. Здесь установлен санитарный контроль. Об обязательном наличии ПЦР-теста казахстанка Сара Кучербаева узнала, лишь пересекая границу. Домой теперь она попадет только через карантинный стационар. Я не знала, что нужно сдавать ПЦР-тест. А сейчас у меня спрашивают. Теперь придется ехать в стационар, ничего не поделаешь. Там буду ждать результат теста. Уже скорую вызвали. Три карантинных стационара развернули недалеко от поста на базе районных больниц. За последнюю неделю туда отвезли больше 400 казахстанцев. Были среди них и те, у кого опасный вирус все-таки подтвердился. Но резервных мест достаточно, говорят специалисты. Граждане Республики Казахстан с справкой, которая на наличие ПЦР, они проходят спокойно. При отсутствии справки на наличие ПЦР, их, значит, также мы составляем анкету, заполняем, берем расписку и вызываем скорую местность этого территориального и отправляем на провизорную. Иностранцам без справки об отрицательном тесте, сделанном в течение 72 часов, запрещен въезд в Казахстан. Вот этот гражданин соседней страны принес справку на антитела, но санврачи ее не приняли. Ему пришлось вернуться домой. Специалисты санитарного контроля говорят, большинство граждан все-таки относятся с пониманием к принятым мерам. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Туркестанская область, Хабар, 24. Число жертв коронавируса в мире перевалило за миллион. Заразившихся больше 38 миллионов. В топе антирейтинга по-прежнему США, Индия и Бразилия. Накаляется ситуация и в Европе. Страны Старого Света борются со второй волной эпидемии, вводя новые ограничительные меры. Подробнее расскажет Асем Хасенхаза. Вера, а в США дело дошло до того, что журналисты ведущих изданий просто отказываются от работы в пуле Трампа из-за риска заражения коронавирусом. Подробнее расскажу в обзоре. Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal и Washington Post. Руководители этих ведущих американских СМИ запретили своим репортерам сопровождать в предвыборных поездках переболевшего коронавирусом Дональда Трампа. В изданиях обеспокоены тем, что бортпроводники и сотрудники Белого дома не носят масок на борту президентского самолета. Ну, по крайней мере, это официальная версия. Между тем, накануне Трамп официально вернулся к предвыборной кампании. Он выступил перед своими сторонниками во Флориде. Здравствуйте всем. Я очень рад тому, что официально вернулся к предвыборной кампании после болезни. Я рад быть здесь с вами в моем родном штате.
Тем временем американская Johnson & Johnson приостановила клиническое испытание вакцины от коронавируса. У одного из участников исследования появилась необъяснимая болезнь. Отмечу, компания приступила уже к третьему этапу испытаний, в которых задействованы 60 тысяч добровольцев из разных стран. Между тем, медики из США зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом. Молодой человек из штата Невада переболел ковидом дважды за 2 месяца. По данным ученых, иммунитет от коронавируса может быстро исчезнуть или в принципе не сформироваться. А в Нидерландах 89-летняя жительница скончалась после повторного заражения коронавирусом. Это первый подобный случай в мире. Во второй раз COVID-19 у нее обнаружили через 2 месяца после первого заражения. Ну вот, европейские страны продолжают борьбу с коронавирусом. Со второй ее волной наибольшими темпами из всех стран ЕС за последнюю неделю ковид распространялся в Бельгии. Показатель смертности в королевстве один из самых высоких в мире. Министр здравоохранения предупредил о возможном введении всеобщего карантина. Наш собственный корреспондент Жанат Эрнст продолжит тему. Жанат, добрый вечер. Каковы предпосылки возможного введения локдауна? Добрый вечер всем. Ну, прежде всего, это резкий рост числа инфицированных в стране. Дело в том, что с начала пандемии в королевстве зарегистрировано около 166 тысяч носителей коронавируса. И этот показатель на сегодня составляет 364 человека на каждые 100 тысяч населения. А по Брюсселю этот показатель и того выше, около 500 человек. По всему ЕС этот коэффициент выше на данный момент только в Чехии. Власти уже предприняли несколько ограничительных мер. Не работают кафе и бары в столице ЕС, в городе Брюсселе. По всей стране ограничена их работа. Время их работы только до 11 часов вечера. Запретили приглашать домой в гости более 3 человек, помимо своих домочадцев. Рекомендовали всем компаниям перейти на удаленную работу. Но, несмотря на уже принятые меры, в воскресенье было зарегистрировано около 8 тысяч новых случаев заражения. Это на 90% больше, чем в предыдущую неделю, и в разы больше, чем, допустим, на пике в первую волну. Растет и количество госпитализаций, растет показатель смертности, к сожалению. Около 1500 человек находится сейчас в стационарах. Из Брюсселя уже направляют больных в пригородные клиники, и 1/5 из 1500 находится в отделениях интенсивной терапии. Жанат, а в каком случае власти все-таки могут ввести повторный карантин, и что он означает, что он предполагает? Ну, оценки разные сейчас. К концу недели будут подводить итоги уже принятых накануне мер. Но, как говорят вирусологи, на это будет влиять целый ряд факторов, самый главный из которых – это рост, опять-таки, инфицированных, рост показателей госпитализации и смертности. Ну вот на данный момент то, что уже сегодня предпринимают власти, с завтрашнего утра буквально в 2 провинциях Бельгии – это Валлонский Брабант и провинция Люксембург – вводится комендантский час. С часу ночи до 6 утра будет ограничено передвижение людей на улицах, на автодорогах. Все больницы по всей Бельгии переводятся на так называемый режим А1. Это означает, что четверть всех реанимационных коек будут оставлять для больных с ковидом. Ну, как я уже сказала, решение будет принимать так называемая группа оценки рисков, и они будут учитывать буквально все эти показатели. Спасибо. О ситуации с коронавирусом в Бельгии рассказала наш корреспондент в Брюсселе Жанат Эрнст. Ситуация приобретает угрожающие формы в Великобритании, говорят местные эпидемиологи. Больницы призвали подготовиться к наплыву пациентов с коронавирусом, хотя уже сейчас в госпиталях находится больше больных, чем в марте. Лондон объявил о новых мерах. Будет действовать 3-уровневая система локдаунов. Между тем, британские кафе, бары и рестораны намерены судиться с властями и добиваться пересмотра их планов. В правительстве, в свою очередь, заявляют, что бизнес без поддержки не останется.
В частности, каждый бизнесмен для выплаты заработных плат сотрудникам получит субсидии в размере 3000 фунтов, а также дополнительное финансирование. Непростая ситуация сложилась в Чехии. На 100 тысяч жителей приходится 490 больных. В данный момент это самый высокий показатель в Европе. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти закрыли все общественные места. Выходить на улицу без маски строго запрещено, иначе последует штраф. Это решение далось нам непросто, но считаю, что у нас есть четкое видение того, как вернуться к нормальной жизни. Убежден, что с вашей помощью мы добьемся успеха и победим вирус, как это было весной. И вот новые данные о живучести вируса. Ковид на коже человека способен сохранять активность более 9 часов. Это почти в 5 раз дольше, чем вирус гриппа. Данные исследованиями поделилась группа ученых из Японии. Поэтому ученые еще раз призывают всех людей как можно чаще дезинфицировать руки. У меня на этом все, Вера. Спасибо. При выходе из студии антисептиком. Спасибо большое. А с международным блоком была Асем Хасенхазе. Ну а мы продолжим. Ущерб из-за политической нестабильности в Кыргызстане превысил 8 миллиардов сомов или около 100 миллионов долларов. Такие данные приводит Национальный альянс бизнес-ассоциаций. Причем пока речь идет только об упущенных доходах. Если брать в расчет прямые оперативные убытки, сумма очевидно возрастет. Подробности у Багыта Чермашева. Упущенные доходы – это те деньги, которые экономика Кыргызстана могла бы получить, если бы бизнес не приостановил свою деятельность. Из-за политической нестабильности предпринимателям и их зарубежным партнерам пришлось на время заморозить совместную работу. По данным Альянса бизнес-ассоциаций, в результате таких непредвиденных обстоятельств отменены более 20 контрактов и проектов на приблизительную сумму до 210 миллионов долларов. Предприниматели говорят, что упущенная прибыль на миллиарды сомов по причине политической нестабильности может увеличить безработицу, планы по налогам и сборам, ухудшить социально-экономическое положение страны. Поэтому, исходя из этого, я думаю, мы эти проблемы должны будем в самое быстрое время решить. Но здесь для того, чтобы мы полноценно работали, конечно, нужно спокойствие. Нужна безопасность, потому что мы тоже обеспокоены. Мы проходили это. Главный призыв, с которым выступил Национальный альянс бизнес-ассоциаций – скорейший возврат в правовое поле. Это главное условие, чтобы государственные организации могли смягчить последствия введения таких мер, как чрезвычайное положение. Бизнес просит сохранить свободу перемещения работников и грузоперевозок, усилить меры по обеспечению безопасности всех типов предприятий, в особенности горнородных, где бизнесмены просят создать группы быстрого реагирования. Так легче будет отвечать на попытки незаконного завладения имуществом инвесторов. Завтра без инвестиций, без предпринимателей мы испытаем большие проблемы, в том числе и в части поступления в бюджет. Я с уверенностью могу сказать, то, что инвесторы, предприниматели сегодня работают в целях создания рабочих мест, в целях получения пользы не только для себя, но и для населения, для местного самоуправления и, в конечном счете, в большей части это для народа. После того, как бизнес начнет работать в привычном режиме, предприниматели просят власти разработать и принять такие законы, которые не позволяют допускать рейдерские захваты и передел собственности. Это главная задача правительства и парламента. Возможно, такие законы в числе первых будут рассматривать депутаты Джугур-Кукенеш уже следующего созыва. Центр избирком обязан назначить дату новых парламентских выборов до 6 ноября. Бакыт Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Свыше 30 миллионов тенге заработной платы недополучили сотрудники единственного в моногороде Серебрянск завода неорганических производств. Больше двух лет положенных выплат заводчане добиваются через суд, но расплачиваются с ними не полными суммами, а мелкими траншами. Со слов работников, на предприятии меняются управляющие компании, а задолженности продолжают накапливаться. В запутанных трудовых спорах разбирался Вячеслав Ветлугин. А вот это что за полуразрушенное здание? Ну, это завода управления. В свое время находилась вся администрация там. А сейчас оно?
Ну, сейчас в аварийном состоянии такое. Эти руины в прошлом корпусы некогда уникального комплекса завода неорганических производств. Предприятие с прицелом на выпуск защитных костюмов и респираторов в коронакризис простаивают. В отдельных помещениях шьют штучную продукцию. На промышленные объемы производства здесь давно не рассчитывают. Персонал трудится на голом энтузиазме. Рабочие рассказывают, в 2019-м им задолжали 30 миллионов тенге. За год долги по зарплате выросли еще на 8 миллионов. Возврат денег здесь уже не верят. А ничего, движения никакого нету. Вот и ныне там. Мы уже думаем, что ее вообще не выплатят. Потому что у них там экономические преступления на 3,5 миллиарда. Директор под домашним арестом, бухгалтер там уже посадили ее. Нет, вообще тишина. Уже вот вторые, которые после этих ВКТВ «Восток» сами начали работать, вроде маски начали выпускать. Два месяца не стали платить зарплату. Оно и понятно, фактически экономическая ситуация на предприятии только ухудшается. За последние 10 лет 9 цехов закрылось, рабочие места покинули больше 2000 сотрудников. В это же время на заводе, принадлежащем фонду проблемных кредитов, сменилось несколько управляющих. Предпоследние управленцы сейчас под следствием. Их подозревают в лжепредпринимательстве и изъятии денег из зарплатного фонда. По данным правоохранителей, деньги выводились через 120 фирм-однодневок. Впрочем, у нынешних арендаторов завода тоже проблемы, но не с законом, а со сбытом продукции. Нашей съемочной группе удалось связаться с бизнесменами и выяснить причины вновь накопившихся долгов по зарплате. Чем была вообще вызвана вот эта задолженность все-таки? Ну, это вызвано тем, что все-таки у нас сейчас ситуация не совсем хорошая. Работу как таковую сейчас особо не можем наладить. Заказы вот никак не могли получить долгое время. Мы сейчас до сих пор документы находятся на сертификации. После этого мы уже можем получать определенные заказы и уже работать. Когда некогда градообразующее предприятие выйдет из долговой ямы и получит сертификаты на сбыт продукции, выясняют в региональной инспекции труда. Чиновники уверяют, о возможностях погашения задолженностей предприниматели докладывают ежедневно. Общая сумма 4 миллиона тенге. Да, все закрываем. Есть еще старое предприятие, это СНПВК. В отношении него возбуждены уголовные дела. Но задолженность по заработной плате там остается. Будет разыгран новый тендер, и по нему определится предприятие, которое будет на законных основаниях будет действовать. И о передаче долгов по заработной плате по старому предприятию. Выходит, Серебрянский завод снова выставит на торги. Тендерную заявку сейчас обсуждают в Минфине. По условиям аукциона будущие арендаторы должны погасить все долги предыдущих управленцев. Однако желающих взять на себя эту финансовую ношу еще только предстоит найти. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. Мужская проституция процветает в Талдыкургане. А вот деньги за предоставление интим-услуг, оказываемых представителями сильного пола, собирала 33-летняя местная жительница. Незаконный бизнес процветал бы и дальше, если бы об этом не узнали стражи порядка. В итоге сводница задержана с поличным в одном из банных комплексов областного центра. Как оказалось, она по совместительству работала здесь администратором. Теперь за незаконную деятельность ей предстоит отвечать перед законом. По данному факту заведено уголовное дело по статье 309, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть за организацию или содержание притонов для занятий проституцией. Проводится досудебное расследование. Больше чем на 20 миллионов тенге оштрафовали граждан, которые предоставляли помещения для занятия проституцией и сводничеством. Полицейские постоянно сталкиваются с одними и теми же нарушителями. Некоторые прячут свой бизнес за вывеской «Боди-массаж». К слову, в интернете масса объявлений, рекламирующих такие услуги, и даже вакансии имеются. Вероника Боярова встретилась с работодателями. Девочки, граждане, одеваемся. Граждане, все, выходим. С кем вы деятельность здесь занимаетесь? Какой массаж? Эротический боди-массаж. Есть у нас видеофиксация, как вы предлагаете услуги интимного. Знаете, да?
Администратор так называемого спа-салона, конечно, лукавит. Девушки прячут лица, а клиенты сгорают со стыда. Облава в заведении, где предлагают услуги интимного характера, практически ничем не отличается от рядового рейда по выявлению проституток. Риторические вопросы и банальные ответы. Мы люди, которых нам нужны деньги. Ага. Мы, соответственно, работаем. До этого на хозяина было составлено 450 для занятий проституцией, уже уведомлялся. Но однако, как вы видите, данные... Объект функционирует. На данный момент есть материалы, видео, все засняли. Девчонок сейчас мы будем через доктокарта образ плюс проводить. То есть всех присутствовавших занесут в базу. И на этом, собственно, все. По домам, точнее, притонам. С начала года по стране выявили порядка 50 так называемых борделей. Штрафуют только тех, кто сдает жилье таким мастерам боди-массажа. Поэтому интернет буквально пестрит подобными вакансиями. Специалистам по эротическому массажу обещают миллионные заработки. Мы позвонили по объявлению и даже встретились с работодателем. Реальные гонорары оказались еще более привлекательными. По оплате сколько он будет? Сейчас 13 тысяч, полчаса 10 тысяч. Ага. Это получится 50 на 50. 6500, что я не знаю. Время час идет и... Час 13, шо встречать полчаса, бежать не буду. Гостей встречают прямо в квартире, полностью обнаженными или в нижнем белье. Смена начинается в 6 вечера. Трудятся девушки, не покладая рук, до самого утра. Днем востребованные массажистки отсыпаются. При желании жить можно здесь же. Здесь работают 4 комнаты, получается, рабочие комнаты. Получается, нас здесь смотрят, да. Выбирают, кто им будет давать. Ага. Вот, потом забираешь гости, там сразу душ забираешь. Первый раз, когда приходишь, конечно, страшно. Я вообще первый раз 3-4 раза убежала. Правда? За безопасность, сказали, тоже можно не беспокоиться. Ну, если там он будет лезть, там, просить там все, как у него, то может сразу выйти, там, сказать. По словам владельца массажного салона Ивана Шестакова, такие горе-специалисты портят репутацию профессиональных заведений с оздоровительным уклоном. Все предоставляем, обучение, пропитание, проживание, высокую заработную плату. А по факту что? То есть, по факту ты работаешь проституткой. Все. В данном случае это полностью скрыто. То есть вся проституция сейчас в Казахстане, ну вот я могу даже так громко сказать, вся проституция в Казахстане скрыта за массажной индустрией. Причем процветать подпольные заведения, по наблюдению массажиста, стали в последние 3-4 года. Нас занизили, то есть уровень массажиста, скажем так, втоптали в грязь за счет именно проституции. И сейчас нам очень сложно, опять же, рекламировать даже свои услуги, когда ты реально предоставляешь качественный массаж для того, чтобы человек оздоровился. Каждый день только в этот настоящий массажный салон звонят как минимум 4 человека с намеками на нечто большее, чем просто оздоровительная процедура. К слову, за организацию услуг эротического массажа по нашему законодательству не предусмотрено никакого наказания. Вот и в МВД пока не знают, как прикрыть все эти псевдоспа-центры. Рейды и облавы, судя по популярности этих услуг, никакого результата не приносят. Вероника Боярова, Жандос Улангазы, Наурыз Базаров, Хабар 24. Казахстанская вакцина от птичьего гриппа в разы дороже зарубежной. Об этом сегодня заявил глава Союза птицеводов страны. В отраслевой организации прогнозируют, что эпидемия закончится в ближайшее время. Тем не менее, убытки уже колоссальные, а компенсацию, скорее всего, получат не все. Почему, расскажет Ирина Панфилова. Птичьего гриппа в Казахстане не было 15 лет. Видимо, поэтому сельхозтоваропроизводители, работающие в этой сфере, не придали особое внимание первым вспышкам заболевания. Были те, кто массово вакцинировал поголовье, но, скорее всего, их немного. Причина, по словам представителей Союза птицеводов страны, вполне объяснима. Вакцины дефицит нету. В России очередь. Да? Я общаюсь со всеми. Да? И Россией, и Белоруссией, и Кыргызами, армянами, по таможенному союзу и с другими странами. Даже по блату не возьмете. Стоимость, да, которая наша вакцина, и стоимость, ну, взять российскую, дороже 2-3 раза наша вакцина. Напомню, больше всего пострадали 3 птицефабрики в Северо-Казахстанской и Кустанайской областях. Убытки колоссальные, погибло больше 1 000 000 птиц. При этом у Минсельхоза свои данные. А это значит, что рассчитывать на поддержку государства, скорее всего, смогут не все. Одну птицефабрика Туалекри вообще в учет не взяли. Потому что они сами изначально профилактические меры сделали,
птичник, который болевшую птицу загазировали, отключили вентиляторы. Это птицеводство это применяется. Те, вот, например, 500 тысяч они не приняли. И компенсацию тоже, скорее всего, не дадут. По данным Министерства сельского хозяйства, с середины прошлого месяца из-за вспышки заболевания карантин ввели в 78 населенных пунктах в 7 областях. За 15 тысяч павших птиц владельцы уже получили 75 миллионов тенге. При этом специалисты отмечают, что эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. Случаи заболевания выявлены в 26 странах. В соседней России вирус погубил более 1,5 миллиона голов. В Казахстане дополнительно выделили свыше 4 миллионов доз вакцины против птичьего гриппа. Сегодня организованы бригады, задействованы более 1185 ветеринарных специалистов. Для вакцинации применяется наша отечественная вакцина. Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. Вакцинация проводится на бесплатной основе. На сегодняшний полностью завершена вакцинация в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях и городе Нур-Султан. Мероприятие продолжается. Сейчас падеж птиц в личных хозяйствах в Казахстане снизился до 22 голов в сутки. По прогнозу, в ноябре вирус должен отступить. Грипп не выдерживает низких и высоких температур. Между тем, по словам сельхозтоваропроизводителей, в ближайшее время мясо птицы может подорожать. Насколько поднимется цена, пока неизвестно. Ирина Панфилова, Ирзат Заитхан, Хабар 24. Вспышка птичьего гриппа не остановила сезон охоты в Кустанайской области. Отстрел дичи в 102 хозяйствах региона продолжается. В середине сентября, начале октября, когда на частном подворье в Аркалыкской птицефабрике начался падеж пернатых, в местах гнездования диких гусей и уток сделали забор тушек. Их отправили на экспертизу. Пока ждут результатов, охотники продолжают получать путевки. По словам специалистов, осенью через область мигрируют около 7 миллионов птиц. Оснований для прекращения их отстрела пока нет. Если подтвердится, что вот эти отобранные материалы, что выявится птичий грипп, то в таком случае да. На основании этого будет проводиться биологическое обоснование. Как только биологическое обоснование пройдет государственную экспертизу, только в таком случае можем закрыть сезон охоты. На сегодняшний день пока таких результатов нет. Ежедневно проводится мониторинг по всем охотничьим хозяйствам по факту выявления падежа или неадекватного поведения птиц. Настоящая битва за землю развернулась в Кызылординской области. В Сырдарьинском районе спор между агроформированиями перерос в драку. Видео конфликта появилось в социальных сетях. Инцидент произошел в ауле имени Токмагамбетова. Очевидцы засняли, как на поле въехали внедорожники с вооруженной охраны. Разговор на высоких тонах перешел в рукоприкладство. По неофициальным данным, спор возник из-за рисовых плантаций. Весной жители засеяли больше 100 гектаров земли, а сейчас в разгар уборочной страды все работы на полях пришлось остановить. Аграрии никак не могут прийти к согласию с якобы владельцем территории. В ситуации разбираются местные власти, прокуратура и полиция. За превышение служебных полномочий сотрудники охранного агентства привлечены к уголовной ответственности. Уголовное дело возбуждено и по факту наезда. Также начато досудебное расследование по факту избиения юриста сельхозформирования. За совершение хулиганских действий и нарушение общественного порядка группы лиц возбуждено уголовное дело по статье 93 части 2. Проводятся необходимые экспертизы. Дело находится на личном контроле начальника областного департамента полиции и прокуратуры. Развивать бюджеты народного участия и увеличивать доходы сельских округов. По поручению главы государства правительство разрабатывает механизмы для решения этого вопроса. Но уже сейчас многие села имеют возможность самостоятельно распределять поступившее финансирование. К примеру, на востоке республики в поселке Первомайский жители сами выбрали, на что направить средства. Они решили открыть свой центр досуга. Он уже начал работу. Подробности у Анны Лисенбертиной. В Первомайском сельском округе в Шаманахе сегодня проживает около 5000 человек. Два года назад люди здесь впервые получили возможность участвовать в распределении бюджета через местное сообщество. И оказалось, что жителей в первую очередь волнует вопрос досуга. В нашем поселке более 20 лет отсутствовал центр досуга. Дома культуры не было. В 2018 году нас перевели на 4-й уровень. То есть у нас появилась возможность у жителей
решать, куда можно использовать бюджетные средства. И было принято решение на первом же собрании о том, что нам необходимо именно возрождать нашу культуру, занятость детей, чтобы было меньше преступности. Уже в 2019 году за 4 миллиона тенге акимат выкупил пустующее здание. А этим летом там начали ремонт благодаря дорожной карте занятости. На замену окон потратили 12 миллионов, на крышу 11 миллионов тенге. Текла крыша, да. Но вот нынче полностью сделали ремонт и сделали скатную крышу. Первый этаж уже полностью введен в эксплуатацию. Начали даже набирать детей в кружки. Как раз эта задача тоже поставлена в послании президента, говорят специалисты. К примеру, 10-летняя Арина решила освоить плетение из бумажной лозы. Я пришла сюда первый раз. Мне очень понравилось. Мы тут пробовали декоративное искусство. Нам с подружками очень понравилось тут, и мы хотим еще сюда ходить. Впрочем, ходить сюда могут все желающие, вне зависимости от возраста. Сельские мастерицы уже устроили выставку своих работ. Так они вдохновляют посетителей. Камень, кому нужно эту бисеринку нужно сделать? Форму вырезать, все это сколько нужно, усидчивости иметь, фантазии. В планах расширить центр досуга. Сейчас мы рассчитываем на то, что если в государстве найдутся денежные средства, мы, конечно же, хотели, чтобы в нашем здании определилась и городская библиотека, и для каждого кружка был определенный отдельный зал, и для хореографии, потому что для этого нужны определенные требования. Даже группы здоровья открыть готовы, делятся сотрудники нового центра. Пока им 850 тысяч тенге выделили на замену системы отопления и тоже по решению местного сообщества. Анна Лисенберзина, Жгель Бабаханов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. В компании «Казавтожол» отреагировали на видео в социальных сетях. На кадрах очевидцы указывают на дефект, образовавшийся на платной дороге, связывающей Нур-Султан с Щучинском. На одной из развязок в районе поселка Шуртанды образовалось пространство между металлическими плитами. Особенно четко его можно разглядеть во время движения машин. После осмотра путепровода комиссия решила временно ограничить по нему движение для всех видов транспорта. Объезд путепровода возможен по ближайшим транспортным развязкам села Мактаколь и села Дамса. Выявленные дефекты будут устранены в кратчайшие сроки, в течение месяца. Приносим извинения за временные неудобства. На этом у меня все. А эфир продолжает программа «Акимы». Асхат Ниязов вернулся из города Рудного, где попытался встретиться с местным градоначальником, чтобы задать ему неудобные вопросы. Что из этого вышло, уже через несколько минут. До встречи.